Здравствуйте, а чувствуете запах странный какой-то вот в центре? Да, ну, сейчас на улице. Мне кажется, это со свинарника. Со свинарника? Да, это вот отсюда. Откуда? А вон там, вон на магазине, за мостом есть свинарник. Да. И вот оттуда запах. А он недавно запущен, да, получается? Да нет, он временами работает. Уже несколько раз говорили, да, жаловались, потом прекращали, вот сейчас опять. Копоти. Нет, да. А вы уже такой запах наблюдали, да? Наблюдали, да. А, не очень, да, приятный запах? Нет, и там тоже, да, в той части города? Допустим, ну, откуда там вы там не видели? Очень, а вот мы живем возле вокзала, там вообще... Невозможно, да? Ну, кстати, оттуда он распространялся, по-моему, потому что мы оттуда слышим. Ну, раньше как-то его ощущали вот какой-то? Или ощущали, это первый раз? Ощущали. Нет. Постоянно. Бывали дни, и очень да? часто, особенно летом, несется вот этих свинарников наших. Это которые в сторону моста, да, да туда? Где... Дальше, наверное. Ну, за мостом, с да? Фабрики, который? Да. Скорее всего, может, часы наши забиты. А раньше не наблюдали такое? Не чувствовали раньше такой запах? Нет. Какие-то дни не было такого? То есть первый раз, да, такой вот запах? Ну да, вот если это курятника пахнет, а здесь в городе так не пахнет сильно. Никогда не было. Ну, а, вот... а вы с той стороны идете, там тоже, да, запах такой? Ну вот я Победу перешел и запах, то же самое да. там, да? Да.